Здравствуйте. Ну, только что со сцены ушел поэт Алексей Тимарев. Вот песня на его стихи «Капитан». Капитан погибает вместе с его кораблем. Открывает вода уходящий во тьму силуэт. Капитан, улыбаясь, встречает последний шторм. Словно первую бурю в неполных 17 лет. Капитан, улыбаясь, встречает последний шторм. Словно первую бурю в неполных 17 лет. Когда юным матросом ступил на пиратский бриг, оставляя друзей, семью и дом. Он погибнет, как все, кто заветной мечты достиг, погружаясь на дно вместе с тонущим кораблем. Он погибнет, как все, кто заветной мечты достиг, погружаясь на дно вместе с тонущим кораблем. Из океанских вод, когда полной луны разливается мертвый свет, капитан поднимается из океанских вод. Следующая песня. Стихи Натальи Гераськиной «Тебя любили в одном дворе». Тебя любили в проходном дворе, на площади, в толпе, на перекрестке, а может быть, в собачьей конуре, а разрезали душу на полоски. Публичность.
душой загрубевший, как кора. Цинизмом, что до тла сжигает личность, и слезы стынут, словно тинки в ноябре. Тебя любили в проходном дворе. За вредность иду по горстям.
нам раздадут по ладоням и каждому по поклону. А встречают у ворот сразу две сестры, у одной кривой рот, у другой зубы востры, а на горе горят кресты и пламя белое, от версты до версты зерна спелые, а душа колесо между двух дорог, да леском, леском, а вы не вострог, да леском, леском, а вы не вострог. Так, далее, следующая русская народная песня «Верная манерная». Уж ты верная, моя манерная, старушка моя. Стихи Ольги Гарпенко «ТАСС». Жизнь была невыносимой, без
беспощадной и пустой, следи, стоя за незримой, слишком близкою чертой. Светись в будущее, глядя, мне приятно, ведь для вас все когда-нибудь посадят под железный гулкий таз. Все когда-нибудь посадят под железный гулкий таз. Лёш, там сколько еще? Сколько душа? Одно, две, не видно. Одно. Песня, ну, очевидно, 30-х годов, автор неизвестен. Такая, как бы, альтернативная советская песня «Красный мак». Отвечается дружбе народов. Шумном Шанхае огни угасают, уснул океан под волной голубой, а девушке чудной с мечтой засыпая, слыла она всюду шанхайской звездой. Ее любили все, и грузчик в робе гроба, и фокусник-жонглер, и лодочник-чудак, за дерзкие глаза, за огненные губы, красавицу в порту прозвали «Красный мак». Однажды к Шанхаю с суровым нордостом советское судно принес океан. На палубу вышли лихие матросы, среди них был красивый седой капитан. И в тот же самый миг, рождая вдохновение, она пленила их могучие сердца. Красивый капитан зажег в груди волненье и не сводила глаз красавца моряка. Присевшись с ним рядом, она всей душою его попросила чуть-чуть рассказать, что называют советской страною и можно ли в этой стране побывать. Он долго говорил, на ложе сидя рядом, она приняла взгляд глаз чисто голубых. И вот, прощаясь с ней прощальным нежным взглядом, он подарил букет из маков огневых. И подлый был заговор точный, что к судну советскому вред нанести, и красному маку в ликере восточном приказано яд капитану нести. И страха не боясь, забыв о расе разной, взглянув в его глаза, глазами полных мук, бокал преподнесла, и тут же жестом властным откуп его она вдруг вырвала из рук. Советское судно Шанхай покидало, и вышла на берег большая толпа. У красного мака сердечко страдало, с букетом цветов улыбалась она. И провожали все, и грузчик в робе грубой, и фокусник-жонглёр, и лодочник-чудак. Лишь только в одной чуть вздрагивали губы, и падала слеза на подаренный мак. Хрупкое тело невольно упало к перилам моста за то, что поступок был дерзким и смелым, что я капитану не преподнесла. Кровь залила цветы, смешавшись с красным маком, и подняли ее высоко на руках, и лодочник-чудак у ног ее заплакал, и шумная вся в слезах, и лодочник-чудак у ног ее заплакал, и шумная